На конкурс «Дети читают стихи» Полина Козлова, 7 лет, город Липецк. Надежда Кирей, «Плохо девочкой мне жить». Призадумалась я как-то, плохо девочкой мне жить. Заплетать мне косы надо, лучше мне мальчишкой быть. Например, приду я в класс и скажу: «Привет, я Стас. Эй, козявки, чё молчите? Чё не видите? Я свой! Коля, Саша, Петя, Витя, кто поборется со мной? У меня в кармане жвачка, есть рогатка, чипсов пачка. И учтите, мальчик Стас, слов-то ветер не бросает. Впрочем, мальчиком быть плохо, лучше бабушкой мне стать. Пить блины, варить картоху, внучку в школу провожать, внучке говорить: Катюша, что ты возишься, как клуша? Завтра Катя на столе, предстоит сегодня мне починить с утра дубленку, тебя выгладить юбчонку, перемыть посуду надо, еще внучка забрать из сада, борщ сварить и пол помыть. Нет уж, бабушкой мне быть трудно очень, между прочим. Не хочу с утра до ночи я варить, стирать, устану. Стану я подругой Фросей. То она конфеты просит, то учебник, то тетрадь, то контрольный списать. И толкается всегда, говорит мне: ерунда, школьные занятия и мероприятия. Ух уж это наша Фрося, как земля такую носит. Лучше папой стану я. Но у папы ведь семья, надо ей и пить, и есть, обязательств всех не счесть. Папа кормит всю семью, говорит: все отдаю своим детям и жене. Нелегко быть папой мне, но мечтать не перестану. Я учительницей стану. Буду я ходить в очках, на высоких каблуках, говорить высокомерно и наказывать, наверное. Буду говорить я: дети Саши, Кати, Тани, Пети, приходите в школу рано, сядьте тихо, сядьте прямо, не кричите, не шумите, все в учебник и учите.